Внимание, это видео содержит наркоманию и много-много монтажа. Ну, вообще, это мой самый первый монтаж. Я не знаю, как вам нравится или нет, но думаю, он вам понравится, поскольку я работала над этим очень долго. И погнали! Мак! Что тебе надо от меня? Отстань уже от меня, ты надоела мне. А ты тебе нравится мой взгляд? Хоть скопируй Дафну Лебедеву. Я ее не копирую, просто скажи, тебе нравится этот взгляд? Он мне в жизни не понравится. Но ты знаешь, что он означает? Слушай, если это значит, что опять приезжает твоя мама, я ухожу сразу на юг. Ты понимаешь, она наркоманка. Стоп, только не говори, не смей этого говорить. Вот, да, я это скажу. Не смей. Скажу ведь. Нет. Да, нет. Да, детка. Скажу. Нет. Да, нет. Да, нет. Да, нет. Да, 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 нет. И точка. Да, ты кто такая? Это моя сестра. Это чернокожий? Не. Вообще-то я это делительный маньяк старший. Вообще-то я иностранец. Хорошо. Я уходить, блин. Вот молодость, блин, пошла. Вообще не понимает никого. Я вообще не понимаю, что за молодежь. Я вообще, что за молодежь пошла? Ну, кто я таких распустил? Дядя, а можно с вами познакомиться? Молодежь пошла. Нет, молодежь, блин, пошла. О, жалко. А я хотела его надрачить. Это что сейчас произошло только что? Да, соглашусь. Да, это было странно. Но... Нет, ты этого не хочешь. А ты в курсе, что моя сестра еще большая наркоманка? Это твоя сестра? Ну, а кто же еще? Да, я ей сестра. Что-то было бы странно. Пойду-ка я от вас. Ага, сейчас мы тебя не отпустим. Просто так ты у нас не отвертишься. Хи. Хватит жить, как не знаю кто. Была молодежь, вид пошла. Во-во, си, молодежь пошла. Дядя, а вам не кажется, что вам уже пора по-реальному? Си, ща, подождите, я часы, я кто-нибудь возьму, ща, блин, подождите. Часы, вы где будете? Дядя, вот откуда вы вообще часы возьмете, если у вас их нет? Ща, откуда, блин, да и возьму. А, часы появились. Не то, что у вас, блин, вот таких вот. Никогда ничего не получится. Вот были времена. Ходили тортики без голов. О, времена. Какие тортики без голов? Вы что несете? Вы обкуренные? Да. Я не себе говорю. Ша. Сколько времени? Сколько извольте времени? Етишкин мать вашу. Это ж Пинки Пай. Пинки Пай? Вы что? Я во сне? Дай-ка я себя ущипну. Ай, блин. Зачем я это сделала? Хорошо, не важно. Реально, ну, сколько времени? Я, кастомная пара, ну пора. Ну а молодежь-то точно развалилась, вот блин. Что? Мак, что тебе надо, ты? Я даже не знаю, кто ты. Я Ни. Ни? Ню. Ниню? Нет, Ню. А, Ню. А хочешь докажите, что я полная наркоманка? Что-то мне не хочется, извольте.
О, да ладно тебе, сладенькая. О, я, часы-то опаздывают будут. Вот какие паршивые у нас. Я его сейчас пну. Кто-нибудь увидит его, пока что я реально его не пнула. Я как пнул свои вот это копытом. И, знаете, вот так вот дышь за ними. Ними будет, блин, знать, как здесь молодежь пугать. Тоже мне. Молодежь, пошли молодежь. Да нифига себе. Хорошо, все, спокойно, девчонка. Я вообще-то кореец. Кореец? Серьезно? Кореец? Я точно сплю. И это не может быть реальностью. О, может, деточка, ты же только что себя ущипнула. Ага, точно. Не бойся, не бойся, вы не делайте больно. Что? Кажется, у меня все-таки часы правильно, пошел. Все. Мне уже не доказать, что есть кто-то что-то наркоманское. Это точно. А я могу доказать. Да. Не надо. Пожалуйста, мне же будет потом, если я позвоню, усну. Я этого и хочу. Ты не уснешь, и так я тебя буду будить. Это да. Remix. Спасибо, я не старалась. Почему она такая? Я. Потому что ее воспитала так мама. А хочешь еще больше наркомании?
Нет, спасибо. Мне этого достаточно. Пожалуйста, не надо. Не надо. Не надо. Я только что пережила большую обиду. Вы меня, блин, сейчас вынудите. Хотя нет. Мне забрали силу 2 месяца назад. А знаешь, кто еще любит так делать? Ну и моя мама. Она реально это любит делать. Ага. Я, кажется, мои часы стоят неправильно. Я что-то пропустить. Я, кажется, реально что-то пропустить. Может, я что-то пропустить? Ребята, я что-то пропустить, наверное, пропустить. Я, кажется, стало еще чернее. Чуваки, дайте мне крем для рук. Кажется, у меня меняется кожа постепенно. Что за куриность? Да. Я не знаю, я просто, блин, часы перепутать. Все умеют перепутать. О, все умеют перепутывать. Перепутать все. О, господи, что-то мне это не нравится. Очень не нравится. Это семейка. Этот дядька, случай, я реально не случай, не сплю. Спасибо, я не старалась, я в жизни не стараюсь, я даже на экзаменах не стараюсь, никогда не старалась в своей жизни, ни в жизни, ни навек, никогда не старалась, и не думайте ни о чем. Я думаю, что если совместить Эльзу, да, и ее сестру Ню, да, то получится, то будет наркомания. Чай, что об этом в детстве не говорили. О, да, это детка прав. Да что, за что мне такая жизнь, за что я реально, за что? Хе-хе-хе.
самая наркоманская наркомания во всей истории века. О, да. Интересно, мои предки с Японии все это слышали? Да кто угодно это мог услышать? Вообще где? Вообще, какого черта? О, да, детка, когда приезжает твоя сестра, все налаживается. Точно, брат, сеструшка, может быть, пора прощаться? Ох, как жалко, ой, как жалко, ой, как хорошо. А мне пора вылететь к предкам, ведь я тупоголовый, и мне нужны предки. Предки – это предки. А когда есть предки, есть и летунья. А когда есть летунья, есть и предки. А когда есть предки, тогда можно лететь в Китай. Нет, это сон. А-а-а! Стоп. Серьезно? Серьезно? Да. Серьезно? Серьезно? О, нет, это плохо. Это очень плохо. А-а-а! Понеслась. Я ненавижу свою жизнь! Ненавижу! Помогите! Почему я лечу сквозь пространство и временной континуум? Серьезно? Розовый? Серьезно? 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 Эй, ты, Соня, недоделанная! Дай мне поспать! Поспать-то дай! Стоп, а почему? Стоп, а почему мы не... Стой. Слушай, а почему мы не с твоей сестрой? Какой сестрой? Тебя попала камень, какая-то девушка, и ты вырубилась. Мне сказала моя мама, что без тебя не приходить домой. Я хотела себя здесь оставить и бросить, то есть, и пойти к себе домой. Но нет, блин, закон мамы, закон. Блин, почему закон? Да, то есть, эту наркоманию я прожила... Во сне? Во сне? Хотя я так подозревала. Фу, хорошо, что это все был сон. Ты какой сон? Тебе нравится этот взгляд? Нет. Погоди-ка секундочку. Верно, дорогая. Моя... Наркомания все еще продолжается. Вот блин. Вот и настал конец сказки. А кто слушал, не молодец.